Что ты здесь делаешь? О, Мисти! Здравствуй, Мисти. Делаю кое-что для моих друзей. Я тут весь день, но мне все еще нужна глина, чтобы на всех хватило. Они обидятся, если ты подаришь им глину. Нет, Мисти, я не буду им ее дарить. Я придумала кое-что другое. Ты очень щедрая. Что же ты хочешь им подарить? Какие-нибудь драгоценности. То есть драгоценности? Я так и сказала. Не думаю, что они тебе по карману. Точно. Вот я и хотела достать блестящих камешков в заброшенных шахтах и пару жемчужин из лагуны. Но я весь день тут вожусь с глиной, да и в заброшенные шахты идти страшно. Поможешь мне найти подарки для моих друзей? Они будут рады, и я буду рада. И для тебя какую-нибудь драгоценность сделаю. С удовольствием. Я принесу жемчужины и блестящие камешки. Да и драгоценность мне не помешает. Ура! Спасибо! Выглядишь страшно, а такой добрый. Эти жемчужины, где мне их найти? К северу отсюда, в лагуне. Найдешь их прямо в воде. Только там водятся большие акулы. Будь осторожен. Где находятся заброшенные шахты? Они на лугу, к западу от храма. Постараюсь все найти. Где же твои друзья? Они скоро придут, совсем скоро. Говори громче, не слышу. Неважно, я вас потом познакомлю. Что ж, мне все ясно. Увидимся позже. Я тут скоро закончу. Встретимся на утесе у лагуны. Я познакомлю тебя с друзьями. Спасибо тебе. Лагуна с жемчужинами.